Здравствуйте, ребят! Сегодня я вам расскажу о видах бисера и бусин. Бисер бывает прозрачный, полупрозрачный и непрозрачный. Бывает круглый бисер, бывает рубленый. А бывает стеклярус. Он похож на тоненькие стеклянные трубочки. Бусины крупнее бисера и ровнее. Бусины бывают в виде шара, овальные, граненые, фигурные. Они изображают разные предметы или фигурки. А теперь давайте попробуем сплести из бусин цветик-семицветик. Цветик-семицветик – это цветок с семью лепестками по цвету, напоминающих радугу. А вы помните, из каких цветов состоит радуга? Правильно, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Для лепестков нашего цветика-семицветика я взяла бусины этих цветов. Для серединки цветка я выбрала большую белую бусину. Для стебелька и листочка нам понадобится 11 зеленых бусинок. Еще нам нужна проволока. Плести начинаем с серединки. Нанизываем белую бусину на проволоку. Кончик проволоки закручиваем вокруг бусины. Теперь набираем бусины для лепестков. Начинаем с красной, затем оранжевая, желтая, зеленая, голубая, синяя и фиолетовая. Держим белую бусину и оборачиваем вокруг нее все остальные бусины. И продеваем проволоку через красную бусину. Затем нанизываем на проволоку 7 зеленых бусин. Отсчитываем снизу 5 бусинок. Делаем петельку и закручиваем. У нас получился листок. Набираем на проволоку еще 4 зеленые бусины. Это будет стебелек. Чтобы бусины не укатились, нам нужно закрепить наш цветик-семицветик. Для этого закручиваем проволоку вокруг последней бусинки. Лишнюю проволоку отрезаем ножницами. Свой цветик-семицветик я оформила вот в такую картинку. А что придумаете вы?